купила вот такие гриль-колбаски, ну такие домашние, маленькие, с разными приправами там видно, и зелень, и паприка, все. И раньше я жарила как бы просто на обычной сковороде, а сегодня я хочу запечь в духовке. Вот такая есть у меня гриль-сковорода, я хочу сюда их выложить и положить в духовку. Ручка здесь вынимается, ручку выну и поставлю в духовку. Посмотрю, что получится. Переложила я колбаски немножечко по-другому, так как у меня оставалось в середине очень много места. Я их начала раскладывать по краям. Теперь я наоборот начала с середины и вот так по кругу их сложила. Так, поставила я колбаски в духовку. Не знаю, сколько они будут у меня там жариться. Температуру 200 градусов пока поставила, а потом будет видно. Запах колбасок уже пошел. Сейчас я включаю верхнюю часть, чтобы больше грела. Переставила на самый верх, чтобы сверху зажарились. Снизу уже хорошие. Вот получились такие красивые зажаристые колбаски. А на сковороде очень... Их неудобно переворачивать, и они почему-то лопаются. Здесь они не лопались, не стреляли. Очень даже хорошо. По времени у меня пошло примерно где-то 30 минут. И потом я выключила духовку. Они еще стояли в выключенной духовке. Вот такая получилась колбаска. Сейчас будем пробовать. Очень вкусно. Такие приправки чувствуются, но вот еще немножечко бы я бы подсолила, например, эти колбаски. А так очень вкусно прожарились. В общем, в духовке лучше жарить колбаски. В итоге у меня получилось вот две порции. Это я на работу возьму. Это я сейчас попробую. И остались макароны. И колбаски еще на сковороде остались, но это вечером съедятся. Все. И сейчас закрою и в холодильник. И я спокойна, что у меня на работе обед будет.